think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня тест вот такого вот мастера рун на максимальной прокачке. То есть я его прокачал. Единственное, чару буду менять. Очень сложно вытащить пятерку, пятый спектр там, либо при отвлечении четверки падают. В общем, вот такая вот у нас сборочка будет. Решил сделать со стойкостью. Почему со стойкостью? Потому что у него срабатывает от 70% от максимального хп скилл, соответственно, чем больше жизни, тем больше, тем выше, скажем так, при порог сработки, потому что если у вас будет 1 000 000, то при 700к сработает, если у вас будет 100к, то при 70к, соответственно, разница в дамаге тоже будет чувствоваться, его могут слить с одной тачки. Ну, в общем, это тестовый вариант. Я поставил специально сюда еще дополнительно ОЗ-шку, плюс спектр для блокировки, который блокирует на 1,6 секунды кулдаун 5. Сам герой по себе на 14-14, максимальная прокачка. Здесь тоже 99, у нас 99 со 100, то есть максималка. 700 дамага, снимает 100 энергии, 4 рядомным целям, парализует на 4 секунды кулдаун 6 секунд, 800% дамага юнитам и 9000, когда на нем меньше 70% входящий дамаг. Я сделаю потом тест отдельно по другим локациям, я не буду ставить на него пэта, то есть вот такая вот у нас будет сборка, смотра нету, поехали на твинг, мы попробуем твинком понападать на него, посмотреть, что он сможет сделать против топовых героев, будет, как будет блокировать, что они смогут сделать. Так, вот такой вот у нас оккультист. Поражаем, мы сейчас сделаем вообще мощным. Я уберу, правда, суперпэтов. Так, давайте так, чтобы все по очереди. Мэри пусть будет такая, Фрейка. То есть здесь 30-е прорывы, скиллы не докачаны, но в принципе плюс-минус. Сам по себе герой дефного варианта, то есть он не особо атакующий, он больше как вспомогательный в пачках будет. В общем, поехали, посмотрим. Что он сможет, как он сможет, мне интересно просто посмотреть, как он против героев будет работать. Такс, вот он есть у нас, поехали. У нас тоже смотра нету. Так, прошла блокировочка. Вот, отлично. Он просто тупо не дает включиться. Жестко. Это реально жестко, посмотрите. Блокировка, забор энергии. Ну, я не знаю, единственное, что, наверное, ему надо, это отхил. Все. Круто. Он просто тупо не дает включиться вообще. Офигеть. Кстати, вот кулдауны, посмотрите внимательно, 4 секунды и как раз плюс-минус срабатывает блокировка на максималке. Это реально будет очень-очень круто. Ну, тут без вариантов. Да, он не дамагер, да, он там не наносит огромное количество. Вот видите, включилось в такой сборке, включилось 9000. Заодно и посмотрим, как оно будет действовать, ограничение. То есть этого героя надо собирать на деф. ОЗ, либо стойкость. Но я больше все-таки, наверное, буду склонен к стойкости. Ну и ОЗ тоже. То есть вариант, чем побольше жизни, чтобы чем пораньше у него включился его скилл. Тогда он будет иметь иммунитет к молчанке и к стану. Ну, без вариантов просто Феникс улетает. Офигеть. Вот это да. Жестко. Смотрим на Фрейю. Да они нифига сделать ему не могут.
Ну вот, пошла атака, вот он блокирует, конечно, очень круто. Единственное, что может ему не хватить, это то, что нету отхила. Будет отхил, то есть в пачке с ворожеем он будет просто разносить. Посмотрите, блокировка, именно вот этот кайф, когда работает спектр и его скилл. То есть герой, по сути, нифига сделать вообще не может. То есть это вечная блокировка, скажем так, в таком плане. То есть, ну, вот вам реальный результат показатель. Офигеть просто. Просто офигенно. Да, круто. Все-таки не зря я его качал на максималку и решил потестировать. Но мне он реально нравится. И при том, что это бездонатный герой. То есть на поле боя, когда он включится, он будет блокировать не одну цель, а несколько целей. Это однозначно плюс. Ну, для бездоната такой герой, я считаю, это очень кайфовая тема для многих локаций. Все-таки 4 секунды это очень-очень много. Ну, вообще просто вынес нафиг. Жестко. Реально жестко. Все, короче, даже оккультист, я смотрю, он нифига сделать толком не может. Смотрите, блокировки, он просто тупо его жарит. Оккультист сливается, ребят. Просто тупо сливается. Офигеть. Окей, поехали дальше. Хотя я думал, честно говоря, что оккультист хоть как-то сможет затащить. Смотрим на ворожея. Просто тупо они не успевают набирать энергию. Посмотрите на это. 100 энергии забирает. Жестко. Просто капец. 10-е ОЗ, СОЭ, все, до свидания, какой отхил, да ну нафиг, это жестко. Действительно очень классный бездонатный герой. Смотрим, что здесь. Фига себе. Это при том, что у нас Мэри непростая. Сейчас вам покажу Мэри. Мэри у нас с ПДшкой, с отражалкой. Офигеть. Вот это жестко. Блин, да он вообще обалденный. Какой нафиг лис? Посмотрите, что он делает. Что он творит? Офигеть просто. Посмотрите на эти заборы энергии. Блин, да блокировка плюс это на нем, ну просто божественно смотрится. Просто лис даст видос. Да, там лис может по другой цели ударить, но то такое, но посмотрите на вот это. Он его блокирует, просто тупо ушатывает по чуть-чуть. Блин, не знаю, мне он нравится все больше и больше. Жестко. 6 героев просто тупо нифига не смогли сделать. Ну, поехали, сейчас поставим имба героев. Эти, думаю, должны уже ушатать. Так, огник. Космо, я думаю, тоже без вариантов. Просто тупо он сейчас космо ушатает. Так, космо. Землеройка. Блин, офигеть. Зефир. Но Барда, я надеюсь, Барда, я надеюсь, хоть что-то сможет сделать. Так, у нас, наверное, есть смотр.
Так, серый, серый. Надо зеленого кого-то поставить. Сейчас поставим командору. Вместо... Давайте вместо Космо поставим командору. А, нет, давайте поставим стрелка. Что я могу вам сказать, ребят? Вы сами все, в принципе, видите. Это нереально круто. Но я надеюсь, Огник его вынесет с Зефиром. Офигеть просто. Посмотрите на эту блокировку. Блин, да ему дай отхил, это просто будет в ноль. Ну, Огник у нас хилится. Если будет отхил, Огник его не ушатает. Блин, круто. Реально круто. Сейчас у него, по идее, включится по 9000, и фиг какой Огник, вообще фиг то, что сделает ему. Ну, это просто бомба. Но он проседает, но видите, он сейчас опять возьмет отхил. Но если здесь будет обряд лечения, я думаю, тут вариантов вообще никаких не будет. Сейчас я верну его. Сейчас мы поставим попозже обряд лечения. Пробуем дальше. Землеройка. А что может... Ну, землеройка, в принципе, быстро энергию набирает. Землеройка, вот то, о чем я говорил, что видите, когда изначально... Его бьют, его могут заблокировать и прочее. Все равно пофиг, посмотрите на вот это. Просто тупо блокировки. А дальше молчанка работать то не будет. Офигеть. Просто вынос вообще всех героев. Но я считаю, для бездоната это, блин, путевый герой. Так, давайте стрелка попробуем. Забор энергии, кстати. Что-что, а станы забор энергии от стрелка сейчас могут работать, но тут быстрый набор энергии, поэтому стрелок не факт, что хотя бы что-то сделает. Вот вам результат, стрелок сейчас просто тупо проседает. Да ну нафиг. Так, Барт и Зефир у нас останется. Ну, Барт, я думаю, тут бессмысленный бой, тут Барт его не убьет. Это не домашний герой, скажем так, ну, бессмысленный вообще. Но оккультист не смог, ворожей слился. Барт у нас пока его не пофиксят, имбалансный просто. Ну, поехали. Посмотрим на зефирку еще. Что сможет зефирка сделать? Я надеюсь, хоть зефир сможет его ушатать. Посмотрите, что он делает с зефиром. Он его тоже парализует. Это жесть. Просто писец, ребята. Вот эта блочка. Ну, я думаю, даже Космо бессмысленно тестить. Что я могу сказать? Этот герой на сегодня топ-1
тоже есть своего рода имбалансным. Конечно, это тест один на один. Мы будем дальше тестировать против нескольких героев пачки, но он один на один, он показывает то, что не могут показать многие герои. Например, против такого Зефира 90% героев не выстоят просто. Все-таки это Зефир, донатный герой, это бездонатный герой. Вот определенная сборка все ставит на места. Без варианта вообще. Если на него еще поставить обряд лечения, но вы ничего не сделаете. То есть это просто вынос аут. Я не знаю, как это еще назвать. В общем, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу, но результат налицо. Да, это действительно офигительный бездонатный герой, которого надо качать, которым надо пользоваться, потому что у него умение просто бомбическое. 4 цели. Очень даже неплохо для многих локаций. Парализует дамаг, не получает отхил. Ну, это вообще, это просто топчик. В общем, такая вот сборка, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Но это реально, это просто трэш. Зефир нифига сделать ему не может. Вот так вот. Все, всем удачи, всем пока.